Всем привет! Ремонт Volvo XC60. И эта машина уже у меня в мастерской. На первый взгляд работы здесь немного. Капот уже заменен, остается только исправить зазоры. Но это не так. Разберу перед машиной, и вы сами все увидите. Чтобы снять радиаторы, мне надо немного обрезать крепление усилителя бампера. Это не страшно, это все будет меняться. Итак, перед разобран, и теперь мы можем видеть все повреждения. Кончики лонжеронов, их я буду менять, для этого у меня есть новые. Также повреждены верхние части лонжеронов, их я отравняю. Делаю первые измерения. Итак, итог измерений. Левый лонжерон надо поднять на 4 мм, верхние части надо стянуть. Ну что, давайте начнем. Thank you.
С вытяжкой я закончил, все размеры идентичны. Теперь удаляю поврежденные концы лонжеронов. Куски лонжеронов удалены, устанавливаю новые. Размеры гуд, свариваю. Сварочные работы закончены. Теперь покрашу ремонтные места и обработаю их антикором. Теперь примеряю все части переда.
Итак, работа с железом закончена, зазоры в порядке. Разобрал перед, и машина уезжает на покраску. Через неделю машина вернулась с покрасочных работ. Устанавливаю детали переда. Ремонт этой машины закончен. Этот ремонт занял 38 часов, моя работа и неделя в покраске. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы видеть больше видео. Пока!